здравствуйте, друзья. Хотел поделиться с вами некоторыми внутренними наблюдениями за тем, что происходит на канале. Я ментальный инженер, я человек, который анализирует, там, сравнивает, оптимизирует, ну что-то такое, вот мозги вокруг этого крутятся, поэтому я из этих соображений вот наблюдаю, мне очень интересно, что там происходит. Не то, что я там заработал что-то на этом, на этих кликах ютубовских, хотя там есть какая-то копейка, но это не то, что мне это интересно или важно как-то. Но в частности, вот я хочу сказать, что сразу после Нового года, ну вот числа, может быть, с 3-го, там, с 4-го января, резко увеличился не столько даже трафик, сколько подписка. Я могу сказать, что так обычно у нас было, там, ну, в среднем 60 человек в день, да, а сейчас, ну, практически вдвое больше, почти вдвое больше каждый день. И я думаю, как это так получается, с чем это связано? И нет ответа на самом деле. Может быть, вы что-нибудь присоветуете. Вот. То ли это какие-то внутренние фишки YouTube, они там как-то настраивают, и какие-то новые люди неожиданно вдруг нас находят. И я, кстати, хочу спросить тех, кто вот у нас только что появился, новых подписчиков, может, они скажут, как это произошло, потому что я абсолютно не вижу ничего такого, вот чтобы вдруг я ничего не менял, ничего не делал, ничего не трогал, вдруг бах, вот так вот. Что еще сказать? У меня такое ощущение, что что-то происходит с рынком рекламы в Российской Федерации, потому что вот когда я смотрю на кривулю кликов, там это денежки, которые капают с YouTube, вот я вам могу сказать, что за последний месяц вот эта кривуля, она так устойчиво идет вниз под хорошим таким углом. Ну, то есть, допустим, если за предыдущий месяц это было, там, скажем, $600, да, то за вот последние там 30 дней это что-нибудь 400 там с небольшим. То есть вот вы видите масштабность вот этого вот. И может быть и любая другая причина тоже, но поскольку у меня ровно половина трафика из Российской Федерации, там еще четверть это Украина и там по 3 копеечки там разные другие страны, стран много. Ну, США вот, может быть, 8-9% так, относительно много, а так остальные все по чуть-чуть. И вот вот такая кривуля, я думаю, наверное, что-то связано с рынком в Российской Федерации, потому что основной поток кликов все-таки оттуда. Так что, ну, может, я и не прав, я так просто рассказываю, что я наблюдаю, и, может, у вас идея какая-то возникнет, или там вам захочется подумать на эту тему, там, поспекулировать. А вдруг там это, а вдруг то, не знаю. В общем, такие наблюдения изнутри. Счастливо.